Нас, скорее всего, видели, поэтому вот здесь и на второй этаж залезаю вот так вот где-нибудь. Тут внутри стоит просто уже переграда Ватсон. Хорошо. Ты тусуешься со мной где-то рядом? Да. Два отряда, Матвей. Да, да, я же сказал. Поэтому мы и вышли, знаем. Как я сказал, что их двое. Блять, надо как-то решить эту проблему. Крабер меня пугает немножко, ну ладно. Она слева бежит, там, где мы сидели, вот по стороне, это, по-моему, вот прям к нам уже подходит, можно вылезти. Это, по-моему, Мираж. Вот он здесь, типа, сейчас будет. Идешь? Да, да, я с тобой. Вот он под нами, вот, залез. По-моему, мы разминулись. Как это произошло? Внимание, кольцо сужается. Мы уже внутри. А чем исследовали это, интересно? Ладно, залезай обратно на второй этаж. Бойся вот этих дверей. Я закрыл дверь. Крыша прозрачная. Ну. Трос. Мы уже в кольце. Вот оба у нас на крыше, у меня прям Pathfinder передо мной, крыше. Передо мной Pathfinder. На крыше, да. Ну, что будем делать? Ну, можно вылезти и пострелять, попробовать. Не, слушай, они в более выгодном положении, потому что мы будем залезать, а нам пизда. Может быть, на руках? Скинем все? Ну, хочешь попробовать? Поверить в их честность и в нашу? Я да, скинул нет? Все. Окей. Да, скидывают, скидывают, Матвей. Пойдем наверх. Хилки только имей. Броню выкидываем и так далее. Стой, подожди. Броню выкидываем. Хилки имеем. Вот, вылезаем просто наружу. Сюда, ко мне. Кто из нас? Я буду драться? Или ты? Да, давай ты. Я. Давай. Да, нет. 10 секунд. Кольцо довольно... Не понимаю, уже... не понимаю, кто блядь, с кем. Зону. Я дерусь, короче, с роботом. Я нашел. Враг внутри. Меня зацепили. Ну давай. Мы внутри. Ну. Зона. Победа. Ебать, Матвей, это видео, я тебя честно. Умоляю, нахуй, это ну, очень смешно. Ура. Блин.